Опросили детей и педагогов. В департаменте образования Сургута завершили проверку по факту резонансной драки двух школьниц на уроке физкультуры в 31-м образовательном учреждении. Напомним, мама одной из шестиклассниц рассказала об избиении своей дочери в СМИ. Девочки повздорили, после чего одна из них, по предварительной версии, нанесла множественные удары. В итоге оба ребенка оказались на больничной койке с легкими травмами. А в школе началась проверка. Опросили директора, педагога, классного руководителя и 8 учеников. В итоге выяснилось, что конфликт действительно имел место, однако был скоротечным. Подтверждаем, что конфликтная ситуация в учреждении была. Она сложилась на последних минутах урока и развивалась молниеносно. Ничего ей не предшествовало, потому что на предыдущем уроке девочки спокойно общались, была биология, никаких предвестников ссоры не было. А вот в тот момент, когда она начала развиваться, в ответ еще толчок другой, который привели к единичным ударам, которые подтвердили дети. В департаменте образования считают, что учитель физкультуры должен был увидеть и погасить начинавшийся конфликт в самом начале. Однако педагог не сделал этого, так как принимал нормативы. Информацию об итогах работы комиссии передали в распоряжение директора 31-й школы, которому предстоит сделать выводы. Уже известно, что внесут изменения в план воспитательной работы. Ученикам и педагогам напомнят о культуре общения между детьми. На первый план выйдут принципы разрешения конфликтных ситуаций.